Ну, привет. Сегодня мы будем кататься в лесу. Поиграем в игру Slide in the Woods. Перед собой видим очень классную горку. Чуть-чуть кривая, но это не важно. Задача в этой игре — это что? Нужно покататься, нужно скатиться, нужно кататься. Вот. Поехали. Вау, это так весело. Это все, что ли? То есть, мне тут покататься надо? Как я знаю, это хоррор. И, типа, меня должно сейчас что-то пугать. Ой, чуть темнее стало. Мама! Ну, думаю, так и должно быть. Блин, сейчас какая-то бабайка вылезет. Ладно, поехали. А! Куда? Ой. Что было? Фонарик. Мы... Дай фонарик. Ух, еб... Давайте вот сюда я перевод засуну. Я могу в лес уйти? Типа, чем мне тут оставаться? Тут страшно. Еще поздно уже, домой пора. Меня мама ждет. Там супчик нужно кушать, борщик. Пиксельные какие-то деревья здесь. Да ладно! Окей, давайте-то еще раз покатаемся. Знаете, я бы уже давно бы домой бы ушел, а не продолжал кататься на этой странной площадке. Так, ну вроде бы все нормально. О, что-то появилось наверху, давайте сейчас посмотрим. Пока что я ничего здесь не, вообще вокруг не вижу, то что что-то изменяется, кроме как время. Время как-то слишком быстро проходит. Маленький. Да мне без разницы. Клоус. Поехали. Ой, что это было? Вы слышали там? Кто шел? А ну вылезай. Не идет. Ну что ж, давайте попробуем уйти. А, попробовал, здесь невидимая стена. Хорошо, идем кататься дальше тогда. Блин, там что-то было внутри. Надо аккуратно. Все нормально. Все странно. Почему ничего не происходит? Сейчас слышу, какая-то бабайка выбежит. Эй, вылезай. Хотя нет, не вылезай. Мне не остается ничего, кроме как прокатиться. Ай! Не стучи! Да прекрати, ё-моё! Ух ты! Извините, что потревожил, мне пора. Как я понимаю, мне все равно нужно сюда идти. Ух ты! Это чё? Бенди? Ого. Ха, давайте прокатимся. Ой, я передумал. Ладно, поехали еще раз тогда. У меня нет выбора. О, куда? Продолжение, что происходит? А, куда едем? О. Тоннель. Эй, а чё сейчас еду? Я думаю, я ползти буду. А, вот. Чё, как червь какой-то. Ну ладно, ползем. Сзади никого нет, это очень хорошо. Мне это нравится. О! Ё-моё. Это от меня звуки или что? Так, едем. О! А, я думал, мы за карту выпрыгнули. Нет. И где я? Я могу упасть. Ладно, пойдемте наверх. Это же ступеньки, да? Да, все, поднимаемся тогда. Ух! Иди в сраку! Па-пара-пара-пам.
Я обосрался. Кетчуп. Ох. А, ну ладно. Я не испугался. Это что? Нет! Открывайте! Никогда не открывают. Это сердечко какое-то. Ух ты. Я надеюсь, я все правильно делаю. Потому что ни слова по-английски я не понимаю. Так, что-то крутим. Что-то крутим. Это огромное что-то опускается вниз. Все? О, наконец-то домой можно. Или нельзя? О, нет, нельзя. Помогите. Открывайте. Стойте, ты же чудище сюда придет. Или не придет. О, выход. Ха-ха-ха. Иди в сраку. Ой, он убежит. Катись быстрее. А, не надо. Бежать, 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 бежать. Что за Bobby Playtime? Только вместо Хаги-Ваги там какое-то чудище бежит. А его нету. Ну его вообще не видно. Но слышно. Когда уже конец, ё-моё, сколько мне еще здесь прыгать? Уи! О, все. Или нет? Ну и долго мне еще ехать. Ой. Опять новая локация. Красная горка. Все, это конец! Ура! А где? А где моя горка? Все, это все. У меня игра вылетела. А, ну раз это все, то тогда всем спасибо за просмотр и всем пока.